Довольно душещипательную и весьма актуальную историю одного нашего с вами земляка, решившегося на нестандартный поступок, поведала ВКонтакте сообщество «Лампа». Смысл в том, что екатеринбуржец Ян с нераскрываемой фамилией на букву «З», то есть, можно сказать, Ян Зы, долгое время по каким-то своим делам жил в Китае, в небольшом городке Чанжи на 3¼ миллиона жителей. Прижился там настолько, что завел даже небольшую семью, двух собачек. Одну назвал Лимон, вторую – Афина. И вот на русский Новый год съездил он домой повидаться с родными и друзьями. Собачек при этом оставил на попечение китайским друзьям-аборигенам. А в это время как раз и началась в Китае нынешняя история с вирусом. Ян, сидя дома на Урале, подумал и решил таки лететь выручать своих собачек. Туда прилетел, а обратно – система Ниппель. В городе объявили карантин. И вот теперь он, Ян Цзы, снова там, в Чанчжоу, просто живет, гуляет по пустому городу, причем только обе собачки без намордников. И ежечасно он совершенно точно знает температуру своего тела. В Китае сейчас все закрыто, работает только ряд магазинов, в которых продают еду и какие-то товары массового потребления, необходимые вот. Прямо сейчас. Меряют температуру. Сейчас будут мерить и у меня. Вот увидите, потом мы берем, покажем. Здесь.